Праздник во дворе. Куровской совет ветеранов при поддержке местной администрации проводит гуляние с песнями и танцами. Сцены для артистов становятся придомовые территории. Зрителями – жители домов и простые прохожие. Идея проводить праздник во дворе возникла у городского совета ветеранов 2 года назад. Тематические вечера решили проводить не в помещениях, а прямо на улице, чтобы каждый желающий смог прийти на праздник. На этот раз артисты с гастролями приехали на улицу Свердлова. Уже на первые звуки музыки к месту действий начали подтягиваться зрители. В традицию входит по всем улицам, чтобы люди радовались, какой прекрасный у нас город, как хорошо жить, что весело. Не надо унывать, надо веселиться и радоваться жизнью. Ветераны устроили для жителей настоящую шоу-программу. Состояла она не только из выступлений артистов, но и из викторин и конкурсов. Победителям за счет спонсорской помощи были приготовлены специальные призы и памятные сувениры.